радость моя, излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашу в Боге, пекущемся о нас. Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него таких благ, которые обещаны в будущем? Лучше для нас презирать то, что не наше, то есть временное и приходящее, и желать нашего, то есть нетления и бессмертия.